Ой-ой-ой. Доброе утро. Подожди, Татоша, не запутаться. Подержите вашего. Так, а как зовут-то красавца? Умка. Умка? Ух ты. А в основном какие клички дают девочкам? У Татоши Умки. Все подружки девочки. Кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какой он голосистый. Ой, какой голосистый. Ему 6 месяцев. Он еще только обнюхивает этот мир. И, может быть, подбирает. А, вот это можно. Вот ему дают. Вот Умочка. А это Татоша. Вот. Это корги, да? Угу. Корги такой. Такой трехцветный он у нас. Трехцветный. Черно-беленький. Я что-то лапку поранил, да? Раскрылся. О, а, это вот от этих, может быть. Сейчас я вам расскажу. Мы тоже раньше ими баловались. А потом перестали. Вот так вот. Вот такой вот он у нас Умка. Умница. Он вырастет, будет большим Умкой. Большим. А ты уже вырос. Тебе 7 лет, Умка. Все у нас лохматый. Ладно, всего доброго. Приятно было познакомиться.